Город наш называют кто захочет и как захочет разными именами. Чего только не придумывали о Нью-Йорке. Город огней, город желтого дьявола, город, который никогда не спит, город контрастов, город небоскребов, плавильный котел народов и даже столица мира. Все это так, хотя официальное название Нью-Йорка – Нью-Йорк – большое яблоко. Почему большое яблоко? Ну, наверное, потому что каждый старается отхватить кусочек, да побольше. Сегодня мы хотим поговорить о другом городе. О городе, в котором не скрыться. Город, который преследует вас на каждом шагу. Город, в котором каждому есть до вас дело. Город соглядатый. Нет секрета в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься. Доверчивость и открытость американцев – это черты все-таки сильно преувеличены. В Нью-Йорке более 100 тысяч маленьких магазинов, не включая огромные супермаркеты. В каждом из них находится вот такая камера, а то и две. По причинам вполне очевидным. Да-да, воруют в Америке хорошо, сильно воруют. Гораздо больше, чем воровали даже в бывшем Советском Союзе. Помните знаменитые 5%, которые директора предприятий списывали на воровство? Так вот, в Америке, в крупных универмагах, это может быть 30-33%. Скажите, а люди жалуются на то, что вы камеру установили? Да что вы, сказал владелец этого маленького магазинчика, они их и не замечают. Камеры камерами, а ловят с поличным в Америке нечасто. На 284 миллиона украденных товаров приходится всего-навсего 100 арестов. Тем не менее, камеры действительно повсюду. В таком городе, как Нью-Йорк, вы можете насчитать их до миллиона штук. Прибавьте к этому более 80 бригад новостей, которые каждый день разъезжают по нашему городу. Сотни тысяч туристов с такими любительскими камерами в руках, и картина становится ясной. Не говоря уже о том, что свою физиономию вы можете увидеть, проходя по Бродвею, практически в любом... это я. В магазине электроники. Жизнь нью-йоркца протекает под постоянным видеонаблюдением. Камеры, камеры, камеры. Впрочем, это, по-моему, не камеры. Уже паранойя началась. Сколько камер вы сейчас видите? Одну. А как насчет вот этой? Две. Окей, в данный момент за нами наблюдают около 10 камер. Как вы относитесь к тому, что 60% времени, которое вы проводите в городе, за вами наблюдают? Я думаю, что это лучше для всех. Почему? Ну, это свидетели для безопасности. Если что-нибудь плохое произойдет... Вы действительно думаете, что это поможет? Да, они смогут найти преступников, если что-нибудь случится. А вы не считаете это вторжением в вашу личную жизнь? Да, нет, они же не дома у меня стоят, не в туалете же моем, правда? Сколько камер? Не знаю. Ребят, вы видите тут какие-нибудь камеры? Раз, три, я думаю. Большую часть времени, которое вы проводите в городе, вы находитесь под наблюдением камер. Меня это немного пугает. Почему? Ну, мне не нравится, когда за мной следят. Считаете ли вы это вмешательством в вашу личную жизнь? Не-а. Тогда почему вам это не нравится? Ну, не нравится, и все тут. Одну камеру вижу. Всего одну? А как насчет этой? Может быть, и это... Ну, а может быть, еще и 100 вокруг? Ну, может быть, но это для охраны здания камеры. Я так думаю. А вы знаете, что за вами постоянно наблюдают? Да я и не удивлен. Я же говорю, это для охраны. Да, для охраны. И как вы к этому относитесь? Привык. Я считаю, это нормально. И вы не считаете это вмешательством в вашу личную жизнь? А какая у меня сейчас личная жизнь? Нет. Я считаю, что это делается для безопасности. Вы действительно так думаете? Да, конечно. Если что-нибудь произойдет, то у них всегда будет пленка с преступником, они смогут поймать его и застрелить. Меня это ничуть не беспокоит. Вы не сердитесь на них за то, что они за вами постоянно наблюдают?
Да пускай наблюдают, я ничего плохого не делаю. Да я знаю, а если бы вы хотели остаться наедине с собой? Я старая женщина, и я слишком часто бываю одна. Так что мне даже приятно, когда за мной хоть кто-то донаблюдает. Конечно, камеры устанавливаются с расчетом чаще всего напугать преступника, как, скажем, в подъезде вот этого дома, а наблюдать за тем, что происходит у вас в подъезде, вы можете, не выходя из квартиры, по телевизору. Не знаю, как вас, меня такое внимание к моей персоне несколько пугает, хотя признаюсь в том, что любимым моим шоу на сегодняшний день по американскому телевидению является все-таки та картинка, которую передает скрытая камера из прачечной в моем доме. Ми садами за пасекой не уйти от придирчивых глаз тем, кто держит свой камень за пазухой. Ох, и трудно в деревне.